Работники Матищинской теплосети вышли на субботник для того, чтобы навести порядок на территории рядом с домом номер 64 по Новомытищинскому проспекту, привлекли и тяжелую технику. Ранее здесь проводился ремонт коммуникаций. И то, что осталось после него, сотрудники теплосети планируют убрать в течение светового дня. Вместе с сотрудниками на субботник вышли и местные жители. Объявление об этом развесили заранее. В мае на убранной территории высадят газон. Тогда-то можно будет особенно явно увидеть разницу. Было и стало.